1 апреля начнется прием заявлений от глав крестьянских фермерских хозяйств для возмещения части затрат по покупке комбикормов. Получить субсидию могут фермеры, содержащие сельскохозяйственных животных или птиц. Документы нужно предоставить отделу агропромышленного комплекса администрации вашего района. С полным перечнем и условиями поддержки фермеров можно ознакомиться на сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.